Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на страницах 44-45 выполним задание под номером 5. Мудрая черепаха хочет знать, сможете ли вы определить стороны горизонта на местности? Она предлагает вам заполнить пропуски в предложениях. Если встать лицом к северу, сзади будет юг. Слева будет запад, а справа будет восток. Если встать лицом к югу, сзади будет север, а слева будет наоборот восток, а справа будет запад. Если встать лицом к западу, сзади будет восток. Слева будет юг, а справа будет север. Если встать лицом к востоку, то сзади будет запад. А слева будет север, а справа юг. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.